В рамках комплекса мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства администрация Одинцовского округа предоставляет скидки по арендной плате за муниципальные нежилые помещения. На получение данной льготы могут претендовать предприниматели, вид деятельности которых отнесен к социально значимым. Консультации по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса можно получить по телефону Управления по инвестициям и поддержке предпринимательства.